Выставка скульптур и инсталляций художника из Чехии Петра Станицкого открылась в Нижегородском государственном выставочном комплексе. Петр Станицкий – скульптор в прямом смысле этого слова. Для него материал, будь то стекло, дерево, картон, глина или металл, не играет определяющую роль, но работа с ним всегда подчинена авторскому замыслу. На этой выставке представлены как два направления его работы. Одно декоративно-дизайнерское направление, которое тоже сравнит с современной скульптурой, с скульптурой декоративного такого свойства. А другое направление – это вот такой чистый постмодернистский дискурс, в котором художник предлагает зрителю выстроить свои какие-то потоки ассоциаций и поиграть со смыслами, как это у нас делать концептуальное искусство. В Нижнем Новгороде подобных выставок не было уже около 15 лет, поэтому это уникальная возможность для нижегородцев полюбоваться удивительными стеклянными скульптурами.